друзі, телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр», в студії Аніта Рашевська. Чи може добра посмішка змінити життя на краще? Ми з вами дізнаємось в сьогоднішній програмі і посміхнемось разом з нашими героями. Коли улыбаєшся сам, так і вокруг тебе улыбаються. Отвечають улыбкою на улыбку. Забота завжди актуальна, да? Спішите творити добро, тому що можна не успіти. Просто ми вже так воспитані за багато років. Что мы служим тому, чтобы людям было лучше. По принципу «помоги себе сам, помоги другому». Вот была создана наша организация. То есть группы само- и взаимопомощи. Сьогодні, друзі, ми з вами побуваємо в гостях у жінки, яка готова ділитися з людьми доброю посмішкою і теплом свого серця. Волонтер Миколаївського відділення Всеукраїнської організації «Турбота про літніх в Україні» Анна Макарова-Бойчук чекає на вас, друзі. Друзі мої, всі ми нуждаємося в заботі. Ну, буквально всі. Нет такого чоловіка, которому би не нужна була забота. І сьогодні ми продовжуємо серію знайомств з тими людьми, які можуть дати заботу, можуть дати внимання, подарити тепло. И главное, любовью окутать наши жизни. Это так важно. И поэтому я с удовольствием вот и вам, телезрители, предлагаю присоединиться к нашему такому милому, уютному столу и к этим замечательным двум девушкам Наталье Анатольевне и Анне Борисовне, которые свою жизнь посвящают заботе. Заботе о вас, дорогие телезрители. Наталья Анатольевна, будьте добры. Итак, забота. Вообще, вот прежде чем мы начнем разговор конкретно о тех людях, которым вы даете заботу, насколько сегодня забота нужна в обществе? Или это уже такое понятие несколько старомодное, как вы полагаете? Вы знаете, забота всегда актуальна, да, спешите творить добро, потому что можно не успеть. Сегодня очень много говорим о волонтерах. Волонтеры, на сегодня мы знаем, какой вносят вклад. Но мне бы хотелось, чтобы мы помнили и о тех волонтерах, которые каждый день, независимо от своего, от своей занятости, от своих, скажите, обязательств, всегда находит время прийти и помочь тем, кто одинок, тем, кто в силу определенных жизненных обстоятельств оказался вне помощи и семьи, и государства, которые, допустим, не всегда могут отстаивать и защищать свои интересы. Поэтому есть их сверстники, которые говорят на одном языке, которые понимают все проблемы и потребности пожилого человека. Люди, которые добросовестные, исключительно честные, которым можно доверить не только свои документы, но и своей жизни, как вы понимаете. Люди, которые интересны своими судьбами. Вот рядом с нами Анна Борисовна, такая уникальная во всех отношениях. Она очень давно в нашей организации. Мы ценим таких людей, потому что это редко, это большая редкость. Большая редкость спешить на помощь тем, кто нуждается. Поэтому я благодарна и рада, что есть такой очень значимый костяк, да, вот тех людей, которые всегда готовы идти туда, где сложно, где трудно. То есть они востребованы, и никогда от них нельзя услышать «нет». Они всегда готовы. Знаете, как пионеры в свое время всегда готовы, так вот они всегда готовы служить людям. Это не пафосные слова, не громкие слова, это факт. Факт, потому что много лет мы вместе. И одна из первых начинала такую программу, Анна Борисовна, это истории города. Она экскурсовод, очень интересный человек. Она сама о себе расскажет. Анна Борисовна, будьте добры. Вы были, как сказала Наталья Анатольевна, экскурсоводом. Но мне кажется, что говорить «был экскурсоводом» – это как-то неправильно, потому что человек, который показывает и рассказывает людям историю и красоту места, в котором они живут, он никогда не бывает в прошедшем времени, правильно? Ну, конечно. В нашу организацию приезжают наши коллеги из других городов, из Житомира, из Западной Украины. И тогда Наталья Анатольевна обо мне вспоминает, говорит: «Анна, иди встречай». И я с большой любовью, сознанием дела чувствую себя востребованной. И мне очень интересно рассказать.
о примечательностях, достопримечательность нашего города. Вот. Анна Борисовна, и вот вы пришли в эту организацию, которая называется «Турбота про литних в Украине». Да, телезрители, есть у нас такая организация, и я думаю, что вы знаете о ней, а кто не знает, мы напоминаем. И, Анна Борисовна, вы пришли и сказали, чем я могу помочь. Так было? Да, вы знаете, у нас есть Наталья Анатольевна, которая видит каждого и спрашивает, что он может. Ну, я хотела сказать, что вообще в нашу организацию приходит очень часто интеллигенция. Те люди, которые привыкли что-то делать еще, кроме основной работы. И вот мы, бабушки, стали рукодельничать, вот стали вязать что-то для тех, которые находятся в доме для престарелых у Власова. Да. Вот. И все наши акции бывают такие интересные. Все-таки человек рожден для того, чтобы делать добро. И я очень рада, что вот я уже лет 12, если не больше, здесь, среди таких же, как сама. Это замечательно, когда чувствуешь вот плечо таких же. И дома приятно сказать, что вот моя молодежь, вы меня простите, вот меня ждут в офисе. Я отправляюсь на свидание к нашим. Больше у нас женщин почему-то. Мужчины такой народ, что их трудно бывает поднять. Но уже если подняли, то они делают тоже много. Вот, например, мой муж, он немножко позже присоединился. Так вот ему сначала было просто завидно. А потом, вот понимаете, он по натуре волонтер. Вы знаете, Анна Борисовна, дело в том, что сегодня слово «волонтер», оно какое-то несколько заезженное такое, Наталья Анатольевна, ну, так уже получилось, чуть что, сразу волонтер. А вообще вот волонтер – это человек, который идет впереди и несет помощь, так? Да, волонтер в соответствии с определением – это человек, который работает постоянно, в свободное от учебы или работы время, на помощь конкретному человеку или громаде. Или группе людей. Вот у нас так получилось, что, знаете, население стареет. И прекрасно работают государственные программы для пожилого человека. Но есть люди, которые в силу определенных законодательных документов, да, не попадают под сферу воздействия этих программ. И поэтому по принципу «помоги себе сам, помоги другому». Вот была создана наша организация, то есть группы само- и взаимопомощи. Я столкнулась с проблемой, я уже поняла, как я ее могу решить, я могу подсказать дальше. Также Анна Борисовна, когда пришла в организацию, она увидела, что есть желающие, она великолепно вяжет, она такая мастерица, это просто чудо, вообще уникальная женщина. Или зрители. Чудо. Анна Борисовна принимает заказы, имейте в виду. Необыкновенная, понимаете? И вот она говорит, давайте я сделаю... Инициатива исходила от нее. Вот тут действительно. И она создала этот кружок. Одна женщина, которая никогда не вязала, связала сразу же серьезную вещь под влиянием, да, руководством Анны Борисовны. Понимаете, это было шедевр. Это, конечно, было очень великолепно и приятно всем. Мы делали такие выставки. У нас есть стенд даже вот сделанный. Более того, мы делали такие работы. Спасибо, вот работает этот клуб. И детям в дом ребенка, в интернаты мы делали такие, Анна Борисовна. Когда вот эта ситуация с АТО, у нас вязали носки женщины. То есть... шарфы. Понимаете, да. То есть, понимаете, это всегда есть возможность реализовать себя во всех отношениях, не только помогая, допустим, конкретному человеку, а группе людей. И знаете, что очень ценно? Это люди обладают редкими качествами, редчайшими качествами. Отдавать свое время, свое внимание, знаете, сердце, я бы так сказала, людям, я понимаю, что не все это могут. И поэтому тем более это ценно, потому что эта работа постоянная, она никогда не заканчивается. У нас, кроме всего прочего, что каждый день выполняет определенные работы в свободное время. Да, понимаете, человек вышел на пенсию. Поверьте, у них очень много обязательств. Есть внуки, есть правнуки. У Анны Борисовны есть правнучка. Да. Такая молодая наша героиня, Анна Борисовна, и уже прабабушка. И тоже
Лера, ее правнучка, она у нас волонтер. Лера помогает с интернетом. Она, естественно, сейчас еще и фотохудожник у нас, поэтому фотокорреспондент своему. Мы ей доверяем снимать все наши встречи, наши интересные мероприятия. Вот буквально последнее у нас было, мы встречались в феврале. Спасибо огромное фонду «С добром к людям». Это Заруба Валентин Иванович, помог народный депутат Жолобецкий Александр Александрович. Мы получили средства передвижения, то есть трости, ходунки, средства гигиены. Это было очень приятно, потому что, знаете, мы не обходим этот круг. Документы, справки, прочее. Просто из рук в руки. И это здорово. И мы спокойны и рады, что и у тех волонтеров, которым необходимо, особенно в такую погоду, много ходить, да, есть, мы уверены, мы знаем, что они могут уверенно передвигаться. И плюс еще и тем подопечным, которым нужна была такая помощь. Вот знаете, вот как бывает, хорошо быть хорошим среди хороших, хорошо быть добрым среди добрых, хорошо быть заботливым среди заботливых, но вы приходите к людям, которые, может быть, находятся в депрессии, может быть, в подавленном состоянии, в силу разных обстоятельств, здоровья и так далее, и нужно найти в себе силы, Анна Борисовна, нужно умение и такт, чтобы убедить человека не унывать. Будьте добры, вы на специальных курсах учились или просто вы такой человек, что для вас унывающий человек – это в первую очередь цель к тому, чтобы преодолеть это уныние и вывести его на дорогу радости? Ну, нас и учили очень много, у нас бывают интересные семинары. Поездки были интересные, встречи с иностранцами даже. Ну и с такими же, как мы. Просто мы чувствуем, что мы нужны. И если человек не в настроении, ничто его не радует, бывает, то очень хорошо себя чувствуешь, когда ты можешь ему доставить какую-то радость. При огромном количестве электронных средств, когда можно общаться по телефону, в интернете, в скайпе, ну как угодно, а люди при этом страдают от одиночества. И знаете почему, телезрители? Потому что им нужно живое слово, живое общение. Вот как мы сейчас сидим за этим красивым столом и общаемся. Можно даже и без стола, но главное, чтобы было общение. Да, общение действительно – это роскошь. И в этом возрасте тем более оно значимо, особенно если учесть определенное состояние здоровья. Да? Я могу сказать, очень сложно иногда найти мотивацию для искушения жизнью. Вот именно научить искушаться жизнью. Вот наши волонтеры умеют это делать. У нас очень много хороших людей, правда, телезрители, которые готовы служить другим людям, готовы нести свою радость и делиться заботой. Но все-таки, понимаете, люди все-таки разные. Конечно. Есть определенные критерии, понимаете. Дело в том, что мы должны быть убеждены в том, что человек, который придет в дом, будет исключительно честным, порядочным, добросовестным, умеющим взаимодействовать, то есть коммуникабельным, умеющим остановить конфликт, потому что такое возможно, и защищенным, потому что иногда, поверьте, волонтера некоторые могут, мне неловко говорить, использовать, понимаете, раз бесплатно, кто-то не верит, что это бесплатно, поверьте, все абсолютно бесплатно. Люди выбирают удобное время, они уже договариваются, когда удобно. Это не каждый день может быть. Это не обязательно прийти домой, это могут быть контакты по телефону. Хотя мы считаем, стараемся, чтобы ограничивали, иначе, знаете, как человек, который дома не выходит, ему хочется все время контактировать. А волонтер, он в работе, ему необходимо время и для себя. Вот я только начала говорить, что они многие посещают другие организации, хор ветеранов, организации ветеранов, очень активны. Мероприятия, мы в курсе всего, что происходит в городе. Где какой концерт, что в библиотеке, в какой библиотеке, где компьютерные курсы, где, скажите, встреча с молодежью. Такой вот и диалог с молодежью очень необходим. Молодежь должна, я думаю, что я правильно сказала, должна видеть, какой может быть, каким может быть этот возраст, не хочу говорить старость, понимаете? Каким может быть этот возраст? Продуктивным, ярким,
насыщенным, интересным, востребованным, красивым. А это все дает возможность прожить дольше и, знаете, запоминающе, вот так вот, наверное, потому что это вдохновение. Анна Борисовна, а что вам помогает не погрязать в негативных моментах? Потому что вот иногда, когда особенно кто ездит в общественном транспорте, на улицах, мы больше видим печальные лица, чем радостные. Вы приходите к своим подопечным, ваши коллеги, они печальные, они жалуются на нехватку средств, на высокие цены. А вы им предлагаете повязать. Они говорят, я не хочу, потому что я не знаю, что завтра кушать. Вот такой нюанс. Просто поговорим, просто попьем чаю. Мне приятно, что, и не только мне, что меня ждут. Да. Я уверена, что меня ждут. И, конечно, от меня ждут каких-то интересных событий. Я стараюсь не рассказывать то, что я знаю, грустное. А вот охота поддержать человека. Просто мы уже так воспитаны за много лет, что мы служим тому, чтобы людям было лучше. Как вы хорошо сейчас сказали, да, телезрители? Служим тому, чтобы людям было лучше, чтобы лучше было и вам, дорогие наши телезрители. Анна Борисовна, и вот вы служите, а иногда в ответ вам говорят, нет, сегодня я не хочу говорить, у меня слишком плохое настроение или еще какая-то проблема. То есть, а вы все равно заставите человека улыбнуться, как Наталья Анатольевна говорила. Но главное – улыбнуться. Так улыбаться мы уже вообще привыкли. Потому что, когда улыбаешься сам, так и вокруг тебя улыбаются. Отвечают улыбкой на улыбку. Даже просто по улице идешь. Да. И думаешь о хорошем. Если человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо. Потом обратите внимание, какая красивая Анна Борисовна. У нас так все. Действительно, люди без возраста, вот правда. Я обратила внимание, много лет уже мы, да, у нас 16 лет организации, 17 лет в этом году уже будет, насколько подвижны, интересны, информированы, они в курсе всех событий. И самое потрясающее, вот это то, что приятно, диалог поколений, понимаете? Их дети, внуки понимают и поддерживают эту работу. Вот поэтому в нашей организации есть Лера. И понимаете? Старый Влад, да. Лерочка, будьте добры, вот сейчас ваша бабушка рассказывала, не будем говорить про бабушку, да, скажем бабушка, бабушка. Ваша бабушка сейчас рассказывала о том, что вы участвуете в ее работе и оказываете самую деятельную помощь для того, чтобы в электронных таких вот в этих продвинутых всех реалиях, которые сегодня иногда не по плечу нашим, ну, а мне, и то, мне тоже не все электронные реалии по плечу. Будьте добры, вы с удовольствием участвуете в этом деле? Я ей отсылаю постоянно имейлы, когда она не может. Постоянно помогаю и по дому, и постоянно, ну, не знаю, постоянно поддерживаю ее, когда она куда-то идет, помогаю ей собрать вещи. Ну. Лерочка, вот смотрите, вы такая юная девочка, и хочется, конечно, побывать и в кругу своих сверстниц, поиграть там то-сё, а вы должны это время, которое могли бы свободно потратить на что-то другое, вы с бабушкой помогаете, общаетесь со старшими товарищами, а не всегда молодым хочется общаться со старшими, говорят, да, ну скучно, а вам как? Мне нормально, ведь бабушка мой родной человек, мне с ней интересно поразговаривать, она меня может научить чему-то хорошему, помогает мне всегда. Вот бабушка хорошо вяжет, она такая рукодельница, вас научила чему-то? Да, я могу нормально вязать, благодаря ей. Сейчас я вяжу как раз шарфик моей однокласснице вместе с бабушкой, мы уже много связали. А скажите, моей однокласснице, вы слышите? Вот вам эстафета, понимаете? Вяжу не себе, а моей однокласснице. А Анна Борисовна другим людям помогает. Вот это уже это их семейное. И Лера делает такое дело. А я сейчас вспомнила. Лера, вы помните этот тренинг, когда мы приходили, у нас была арт-терапия и ваши рисунки? Это рядом
дамы элегантного возраста, и Лера. Это было просто замечательно. И украшение, и вдохновение, и осознание того, что действительно твоя работа, она передается как эстафета. Связь поколений. Да. Лерочка, а ваши одноклассники знают, что вы еще свое время, своим временем располагаете на помощь другим людям? Я это одноклассникам не рассказываю, так как у меня это в голову не приходит, но своим лучшим подругам я всегда рассказываю все, что у меня на душе, всегда рассказываю, куда я хожу, с кем я хожу, ну, то есть они знают. А ваши подруги не предлагали вам тоже, что, Лера, давай мы сегодня тоже сходим? Нет, ведь, ну, у них мало времени, так как мы в школе до вечера, и много домашнего задания начали задавать, времени нету. Бедные дети, Господи, Боже мой, бедные дети, школа сжирает все, но все равно у детей остается время, чтобы и помогать, и отдыхать. Лера, а на отдых есть время? Хоть чуть-чуть есть время? Да, но вечером, когда я прихожу в школу, и в обед после уроков, перед самоподготовкой, ну и в субботу, к сожалению, мы учимся до 12 часов, потом мы идем домой, и воскресенье выходной. Это такая радость на душе у всех. Представляете? Скажи, каким-то спортом. Лера, вы занимаетесь еще и спортом, да? Да, я хожу на шашки теннис здесь рядом. Мне весело. Там я развиваю свой интеллект, там я, не знаю, разговариваю с друзьями тоже, которые у меня, кстати, из школы тоже есть. Лера, знаете, как иногда бывает? Да, ой, там предки, они такие нудные, принудные, не хочу их слушать. И вообще скучно, лучше я в интернете посижу. Вы не такая? Бывает иногда, но... Но лучше, конечно, живое общение, ну, веселее все-таки. Вот живое общение, друзья мои, не заменит никакой интернет. Наталья Анатольевна, ваши рекомендации по поводу живого общения, чтобы и у школьников хватало времени, и у людей элегантного возраста, как вы заметили, хватало сил и времени общаться вживую. Вы знаете, вот для этого нужно просто иметь желание и иметь хорошее настроение. Передать хорошее настроение, передать хорошую эмоцию. Вот тогда с радостью будут приходить для общения, с радостью будут собираться с тем, чтобы друг другу вот все это по цепочке передать. Не просто... Напомните, что мы просто учим интернету. Да, не просто научая, понимаете, а действительно на собственном опыте. Если я буду говорить не о негативном, кому это будет интересно? Этого достаточно вокруг, правда же? А мы видим достаточно вокруг много прекрасного. Мы проводим занятия, проводим семинары. У нас есть даже клуб «Здоровый образ жизни», да, где... как правильно все это выстраивать. И если вдруг случается не очень приятное настроение, ну просто вот действительно посмотрите по сторонам и подарите друг другу улыбку. И вот и тогда будет диалог. Человек, который не совсем приятен в плане, агрессивен, не совсем располагает к общению. Но тем не менее, вы знаете, я хочу сказать в поддержку тех, кто не всегда может покинуть свой дом, да, им сети, это было бы здорово. Просто они не всегда имеют возможность компьютер иметь, да, и умеют пользоваться. У нас была такая программа, у нас обучали студенты пользованием компьютера, да, самые элементарные вещи, интернетом, потому что это возможность контактов с теми, кого здесь нет в этой стране, допустим, да, или того, кто, ну, сейчас не может, допустим, прийти в гости. А так есть возможность либо поговорить вот по скайпу, как вы заметили, да, вот, либо переслать какую-то информацию. А все-таки, знаете, живое общение – это более доверительное отношение. Оно более трепетное, оно более ценное, потому что это обмен всем буквально настроением, внутренними какими-то, знаете, тайнами, возможно, какими-то наработками, которые, ну, не располагают вот телефон или, допустим, тот же Skype.
глядя в глаза друг другу и понимая даже вот с этими жестами, касанием, это совершенно другое общение, это другая эмоция, это, я так думаю, что это более ценно, более богаче, вот такое общение живое. Сьогодні, друзі, ми з вами пили чай з Наталією Володкою, Анною Макаровою-Бойчук і Валерією Кубак, які впевнені, що добра посмішка і гарний настрій можуть змінити життя на краще. Я, Ніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре!